Теперь посмотреть расписание нужного маршрута стало еще проще. Для этого вам необходимо зайти в группу ВКонтакте «Березники официальные», набрать хэштег «БРЗ маршрут» и номер того маршрута, который вас интересует. По тегу высветится запись, где видно расписание рейсов, выходные и рабочие дни, а также перечень всех остановок. Сейчас эта система только начинает свою работу. Вскоре расписание появится по всем маршрутам.